Всем добрый день! Сегодня будем готовить молодой картофель во фритюре. Картофель я помыла, обсушила. Чистить не обязательно. Разрезаем на небольшие кусочки. Если такими дольками порезать вам кажется сложно, можно порезать проще. Картофель просушиваем и идем жарить во фритюре на растительном рафинированном масле. Чугунок берем зауженный к низу, так масло пойдет меньше. Отправляем картошку в масло. Чем больше кусочков вы отправите, тем дольше она будет готовиться. Масло я налила пол-литра и положила всего 10 кусочков. И жарились они у меня, варились во фритюре буквально 2-3 минутки. Отправляем следующую партию. Здесь положила картошки побольше, готовилась примерно минут 5-6. При желании, чтобы картошка не была такая масляная, можно ее пропитать бумажной салфеткой. Масло остынет, и можно использовать его при приготовлении других блюд. Именно рафинированное берите. Картошечку посолила, поперчила. Картошечка красивая, прямо воздушная. Добавляем зелени и подаем к столу. Всем приятного аппетита! До свидания! Всего доброго!